Итоги осенней прививочной кампании таковы. Защиту от гриппа получили более 50% населения. Вакцинация стартовала в начале осени, всего привито 105 тысяч человек, из них 32 тысячи – дети. По словам медиков, этого достаточно, чтобы не случилась эпидемии. Я считаю, что создан у нас коллективный иммунитет. Это тот барьер, который не позволит дальше распространяться вирусу гриппа. Вакцина хорошая, трехкомпонентная, она дает возможность защитить именно от самого патогенного, тяжело протекающего гриппа. То есть меньше будет осложнений, привитые люди вообще не имеют осложнений. Грипп протекает в легкой и средней тяжелой форме, тяжелых, как правило, смертельных случаев у привитых нет. Поэтому мы надеемся, что этот эпидсезон пройдет благоприятно. Первые вспышки гриппа приходятся на конец декабря. Тяжелее всего заболевания переносят грудные дети и пожилые люди. В зону риска попадают и те, кто отказался от вакцинации. Однако все же еще не поздно поставить заслон вирусу. Сделать прививку можно до 15 ноября в городской поликлинике. Процедура бесплатная.